Ежегодная и сильная обрезка рекомендуется многим сильнорастущим вьющимся растениям. Например, Ланицера японика – японский вьющийся кустарник, обильно цветущий на ростках этого года. После сильной обрезки летнее цветение обильно. Свежепахнущие цветы цветут с самого низа. Без обрезки цветение будет слабое. Цветы только сверху и растения неэффективные. Ланицера японика. Здесь сорт Халианна. Частично вечно зеленая. Видно, что часть листьев не подмерзла. Было минус 22 градуса по Цельсию, а при температуре до минус 15 градусов большинство листьев пережили бы зиму. Из других вьющихся кустарников, также частично вечно зеленых, у нас есть Ланицера акумината. Вьющийся кустарник заостренный и Ланицера хенри, вьющийся кустарник хенрего. Эти два кустарника не обрезаем сильно. Если они хорошо перезимуют, радуемся видам их листьев, а эти кустарники также хорошо переносят обрезку. Особенно вьющийся кустарник заостренный, несмотря на сильную обрезку, будет обильно цвести. Сосредоточимся на японском вьющемся кустарнике. Это ценное растение. Может быть пригодно в районах с мягким климатом. В Восточной Европе не совсем пригодно, так как чувствительно к морозу и при сильном морозе может промерзнуть. Это жимолость. Важно помнить, что на этом растении не бывает тли. Летом обильно цветет. Цветы сначала кремовые, потом по мере цветения становятся желтыми и очень приятно пахнут. Растения сильно растущие. За год поросли могут достигать более 3 метров, что может дать хорошее прикрытие. Однако растение не морозостойкое, и желательно посадить его в защищенном и теплом месте. Такое растение ежегодно обрезаем на высоте примерно 50-60 см снизу. Эти побеги прошлогодние. Надо их все убрать, и будет стена красивых пахучих цветков. Подпора здесь сетка, сделанная из оцинкованной проволоки. Сетку можно использовать даже 12-15 лет. Сетка тонкая, растение вьется вокруг, и нужно быть осторожным, чтобы не повредить сетку. В связи с этим буду вырезать по кусочкам. Несколько слов о формирующей обрезке другой жимолости. Более известным и часто выращиваемым является поморская Ланицера переклиминум и ее сорта. Это растение мы сильно не обрезаем ежегодно. Оно, так же как и талмана или жимолость брауна, лучше цветет на прошлогодних побегах. Сейчас я покажу, но сначала закончу обрезку японского вьющегося кустарника. Видно, как он обрезан. Можно бы еще ниже обрезать. Кустарник так обрезан, что есть большое пространство для разветвления и почек снизу, и в связи с этим должен красиво зацвести. Это сорт Халианна, относительно самая морозостойкая из всех сортов японского вьющегося кустарника. Здесь вьющийся кустарник, поморский сорт Хойнув, известный также под названием Fragrant Cloud, душистая туча, цветы которого ароматно и приятно пахнут. Это растение после сильной обрезки практически бы не зацвело. Мы очистим растение от сухих побегов, уменьшим загущение, и наше растение будет красиво цвести и эстетично выглядеть.
wtedy ta roślina ładnie będzie kwitła, estetycznie będzie wyglądać. И исполняем деликатную обрезку. Если в каком-то году мы забыли или не успели выполнить работу, это не проблема. Сейчас я покажу, как выглядит растение после очистки и формирующей обрезки.